хорошо, чтобы не было жертв, и чтобы побыстрее эта ситуация как-то разрядилась, чтобы ни в коем случае вот жертв не было, чтобы, в общем-то, люди вот словесным способом попытались договориться, и все, чтобы людям было хорошо. Но я думаю, что сейчас весна начнется, солнышко привет, и все скажут, да ну это все к черту, надо землю пахать, хлеб выращивать и тому подобное. Я думаю, что завтра смысл присуществует. Какие в вашей жизни...